Расписаться в роскошных интерьерах нового дворца бракосочетания, наверное, мечта многих молодоженов Верхневолжья. Напомним, что торжественное открытие состоялось 10 сентября. И примечательно, что многие пары откладывали бракосочетание, чтобы скрепить отношения в величественной обстановке. А недавно перед зданием ЗАГСа установили скульптуры Михаила Тверского и Анны Кашинской. Тверь считается одним из красивейших уголков Верхневолжья. Однако город – это не только живописные памятные места, это прежде всего люди. И важно, чтобы значимые события для человека проходили в торжественной обстановке. В трехэтажном здании дворца бракосочетания имеется 4 зала. 3 предназначены для регистрации браков, еще в одном можно организовать торжественные регистрации новорожденных, чествование семейных юбилеев. И, несомненно, по словам руководителя Тверского областного ЗАГСа Марии Тихомировой, дворец не может обойтись без цветов. Оформление нового здания ЗАГСа поручили салону «Нескучный сад». Специалисты тщательно изучили интерьеры дворца бракосочетания. Каждая композиция из искусственных цветов подбиралась под интерьеры и с учетом сезонности. Выбор пал на розы, пионы, дельфиниумы, которые уместны в любое время года. Зал с колоннами – это было самое масштабное оформление, потому что там больше всего представлено работ. Они чуть-чуть в разной форме, там самые насыщенные композиции. Так как зал очень большой, их нужно было представить, чтобы их было заметно, видно. Для оформления залов использовали светлые тона, чтобы создать впечатление мягкости и воздушности. Белый, светло-персиковый, розовый, какие-то оттенки айвори. Естественно, использовали искусственный эвкалипт, потому что он, ну, нам так кажется, наиболее подходит для данных композиций и наиболее уместен в концепции свадьбы. В салоне «Нескучный сад» флористы также помогут с учетом всех пожеланий подобрать букет невесты и на любой другой торжественный случай.